Друзья, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Меня зовут Алексей Гуман, это означает «Вы, как всегда», на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. И сегодня снова с нами Денис Десятник, экс-командир израильского спецназа, который сейчас воюет в Украине против российских оккупантов. Денис, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Слава Украине! Здравствуйте. Героям слава. Как зовут собаку, Зель? Нец. Это с иврита переводится ястреб. Здорово, друзья. Собака. Класс. Уже можно поставить лайк этой беседе авансом, друзья. Сегодня будет интересно. Вы знаете, что Денис Десятник всегда делится с нами такой информацией, которую сложно найти еще где-либо. Так что подписывайтесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропускать. Также в описании к этому видео найдете ссылку на благотворительный фонд Дениса Десятника. Если хотите помочь нашим вооруженным силам, обязательно присоединяйтесь. Ну и не забывайте про сбор Дмитрия Гордона на беспилотники для вооруженных сил. Они тоже помогут как можно скорейшему освобождению украинской территории. Денис, ну, нашим зрителям расскажу, что мы с вами немного пообщались до этого интервью. Вы сейчас находитесь на реабилитации, да, после ранения, после контузии недалеко от Бахмута. Да, после контузии. Расскажите, что произошло? Ну, в Бахмуте мы штурмовали окопы, и я зашел с группой ребят со своей, и часть из ребят погибла. Часть 300-й, я тоже затрехсотился, получил контузию от артиллерийского снаряда, и мне разорвало сетчатку глаза, и проблемы были со слухом левым. И все, я не видел на левый глаз, сделал операцию в Израиле, сейчас частично зрение на левый глаз восстановилось, ну, вижу мутно, но хотя бы уже вижу. И реабилитируюсь, и все, и буду возвращаться снова на фронт. Спасибо вам за вашу работу, друзья. Вы можете оставить свои слова поддержки и Денису, и другим защитникам Украины в комментариях. Уверен, будет очень приятно почитать. Мы постараемся, чтобы до как можно большего количества людей дошли ваши пожелания. Так что не стесняйтесь, ждем вас в комментариях. А какая сейчас ситуация, Денис, вообще, на, если говорить на Восточном фронте, да, если мы говорили про Бахмут, или какое направление сейчас самое горячее? В общем, где оккупанты находятся в обороне или где-то наступают? Расскажите об этом. Ну, во-первых, скажем так, что сказать где-либо самое горячее – это неправильно. Везде как бы горячие точки фронта, и везде ребятам тяжело, но ребята справляются и продвигаются. А в плане Бахмута, то скажу так, что продвижение есть, и продвижение чувствительное, и ребята каждый день что-то дозабирают, какой-то кусок забирают, потому что бои действительно сложные. И большое количество оккупантов находится в Бахмуте. Но, ребята, опять же, благодаря своей духовитости, мотивации и профессионализму вытесняют врага. И, я думаю, вытеснят полностью врага с Бахмута. Запорожское направление тоже очень тяжелое. Потому что оккупанты очень, скажем так, заняли большие там позиции, смогли... заминировать тоже большую часть территории, и поэтому продвижение сейчас там тоже очень непростое, тяжелое, но опять же, ребята продвигаются, да, есть потери, не без этого, но продвижение есть, каждый день какие-то новые участки ребята забирают и забирают. То же самое тяжелые бои и на Купинском направлении, тоже, опять же, там оккупанты пытаются контрнаступать, пытаются что-то забрать, но у них ничего не получается. То, что в телеграм-каналах, опять же, пишут оккупанты, это очень много фейков, что они там забрали что-то, что-то это. На самом деле они ничего не забирают. Да, бои тяжелые, но, скажем так, с нашим успехом больше, чем у оккупантов. И Денис, а думаю, вот это просто очень важно. То есть не только обороняются оккупанты сейчас, но и пытаются наступать, да? Потому что мы часто видим сообщения о том, что там силы обороны, у них контрнаступление, у них наступательная операция, территории пытаются удержать оккупанты, и как бы, ну, складывается впечатление, что в основном они находятся именно в обороне. Это не так, да? Не, в основном в обороне, именно на Купинском направлении они пытаются что-то там сделать. Пытаются именно на этом направлении что-то сделать, но, опять же, неудачно. У них не получаются, их попытки
их контрнаступления, как они это называют, они провальные и неудачные. Ребята сдерживают эти наступления и, наоборот, оттесняют врага. Поэтому у них, скажем так, неудача за неудачей, но, опять же, ребята уничтожают большое количество врага, очень большое количество врага, но это не чувствуется, потому что они постоянно мобилизируют новых и новых и поставляют на фронт новое и новое, скажем так, мясо, поэтому, потому что у них людской ресурс очень большой, и они своих погибших очень быстро заменяют новым мясом. Я понимаю, что там, задавать вопросы о потерях среди сил обороны неправильно, но если сравнивать в пропорциях каких-то, можно там сказать, например, что там один погибший среди сил обороны, он примерно равняется там, ну, там, скольким среди оккупантов? Ну, я думаю, что если делать такое сравнение, то я скажу, что где-то один погибший сил ЗСУ равен 5 погибшим где-то русским оккупантам. Наши ребята уничтожают в гораздо большей степени российских оккупантов. В гораздо большей степени российские оккупанты сдаются в плен. Это в разы больше. Хотя я постоянно читаю как бы телеграм-каналы российские, у них, ну, они пишут действительно бред, я просто владею достоверной информацией, я и сам на фронте тоже периодически нахожусь, и поэтому вижу, какое уничтожение противника мы делаем. И то, что они пишут, что они там уничтожают нас просто большие очень цифры, то это не так на самом деле, потому что действительно украинская армия превосходит во много раз российских оккупантов, как в своем, во-первых, и профессионализме, и вообще в своих навыках, во всем. Это чувствуется, и это видно на фронте. Недавно министр обороны оккупантов Шойгу ездил в Северную Корею там, на праздник официально, неофициально договариваться о военном сотрудничестве. Российские СМИ в том числе писали о том, что в первую очередь топ-темой разговора будут поставки боеприпасов из Северной Кореи. Как вот с боеприпасами вообще у противника? Чувствуется ли какой-то там снарядный голод? Всего ли у них достаточно? То есть или они ограничены в чем-то? Я скажу так, что артиллерийские атаки у них продолжаются, как и продолжались, когда они нас обстреливают с такой же интенсивностью, как и была, скажем, взять там полгода назад. В этом плане не чувствуется, что у них есть спад какой-то в артиллерийских снарядах, потому что я думаю, что у них это остались запасы еще где-то с Советского Союза, и они это просто утилизируют таким образом. Поэтому говорить, скажем так, что у них какой-то именно прям такой голод в плане вооружения или снарядов, я не думаю. Может быть, у них более, скажем так, проблема с теми же шахедами и проблема с теми же кинжалами, именно с более большими ракетами, которыми они бомбят мирное население Украины. С этим, да, у них может быть более проблематично, но и то. Я уверен, что у них есть поставки из Ирана и поставки из Кореи, может быть, даже из Китая через третьи страны. Поэтому я не думаю, что они испытывают какую-то проблему в снарядах и в вооружении. И постоянно я думаю, что они заключают там какие-то договора. Поэтому на это рассчитывать нам не стоит. Нам главное, чтобы нас как поддерживала НАТО и поставляла нам вооружение. Нам это необходимо. И за это большое спасибо всем странам НАТО, что они поставляют вооружение Украине, и вооружение гораздо, скажем, технологически и технически, оно гораздо лучше, чем российское вооружение. Друзья, хочу пригласить вас на мои творческие встречи, которые состоятся в крупнейших городах Соединенных Штатов Америки. За все время полномасштабной агрессии России против моей страны я ни разу не покидал территорию Украины. И вот теперь лечу в Соединенные Штаты для того, чтобы встретиться с вами. Не секрет, что у меня есть совместная программа с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, в рамках которой я приобретаю дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo для наших вооруженных сил.
На сегодняшний день в войска я передал уже 65 таких дронов. И, конечно же, я хочу вернуться из США с еще большим количеством дронов для нашей армии. Мои выступления состоятся 26 октября в Сиэтле, 27 октября в Сан-Франциско, 28 октября в Лос-Анджелесе, 1 ноября в Майами, 2 ноября в Вашингтоне, 3 ноября в Филадельфии, 4 ноября в Нью-Йорке и, наконец, 5 ноября в Чикаго. Обещаю, мы поговорим обо всем. Я отвечу на все ваши вопросы. До скорой встречи, друзья! Давайте поговорим немного о наступательной операции Украины. Вот вооруженные силы рассказали, что нанесли удар по Чонгарскому мосту буквально вечером перед нашим с вами интервью. Этот мост соединяет оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Именно этим маршрутом, кстати, Путин отправлял россиян, которые хотят отдохнуть в Крыму. Значит, говорил, мол, добирайтесь до оккупированного полуострова, если не хотите ехать через Крымский мост, добирайтесь по сухопутному коридору, оккупированным югом Украины. Вот, кстати, ваше мнение очень интересно услышать. Но вот, несмотря на все обстрелы, несмотря на то, как вооруженные силы взялись за оккупированный полуостров в последнее время, да, то есть атаки и с воздуха, и с воды этими надводными дронами, почему все равно, несмотря на все предупреждения от Минобороны, россияне едут еще и через военные объекты, такие как Крымский мост, например, или Чонгарский мост, едут все равно отдыхать на оккупированный полуостров? Ну, скажем так, особым умом они не отличаются, поэтому, прежде всего, они и едут. Это раз. Я считаю, что нужно атаки сделать более частыми и более, скажем так, массивными. И постоянно надо обстреливать, во-первых, и Крымский мост, и территорию России, как это было вот уже, что беспилотник ударил по Москве, по Мост-Сити. Я считаю, что это нужно делать больше и чаще, и тогда они начнут больше быть и в страхе, и начнут где-то что-то, может, предпринимать с выводом своих войск. Потому что я чуть переключусь, на данном этапе, скажем так, война ведется только на территории Украины. Российские граждане не чувствуют ничего. И для них это просто где-то издевки, смех над украинскими гражданами, над Украиной. Как это мы видели, насколько просто, вот даже то, что лайнер российский пришел там в Грузию, и что мы видим там на борту лайнера российских граждан, насколько как бы мы видим, что они ведут себя просто как какие-то аборигены, как обезьяны. Им абсолютно наплевать, что происходит в Украине, что страдают мирные жители, что погибает такое количество людей, мирных граждан, солдат, что ведется геноцид целого народа, целой страны, им наплевать. Они должны почувствовать ту же боль, ту же вообще, что происходит на территории Украины, они должны это почувствовать на себе. И вот тогда только они задумаются о том, чтобы прекратить войну на территории Украины. Не из-за того, что им жалко украинцев. Они нам не друзья, не братья, никто. Они наши враги были и останутся ими. А лишь потому, что они прочувствуют эту боль на себе и будут бояться за себя и за свои жизни. Вот чисто по-человечески, вот тех гражданских, которые ехали через Крымский мост, несмотря на все предупреждения, да, что Крымский мост это военный объект, по нему идет логистика боеприпасов, логистика военной техники, логистика горючего на полуостров, Минобороны предупреждала, не едьте по нему. Тем не менее, вот люди поехали для того, чтобы пересечь, ну и попасть на оккупированный полуостров. Во время взрыва и атаки надводными беспилотниками погибли несколько человек, супружеская пара в том числе. Вот чисто по-человечески, вам жаль их или нет? Если скажу как бы честно, мне не жаль. Во-первых, украинское правительство, как вы правильно сказали, предупреждало, что не ехать этим путем. Есть предупреждение, это то же самое, возьмем параллель, как в Израиле, когда Израиль бомбит сектор Газы или другие объекты, он предупреждает, что не находиться в том или ином квадрате, будет обстрел проводиться или еще что-то, и люди, которые, скажем так, пренебрегают этим, то они страдают. И поэтому мне нисколько не жалко этих людей,
потому что, скажем так, они пренебрегают тем, что им говорят, и, во-вторых, они находятся на чужой территории. Находитесь у себя дома и живите себе мирно, тихо и спокойно. Вы находитесь на территории Украины, поэтому будьте любезны выполнять требования украинского правительства, украинского командования. Согласен с вами, друзья. Ну а вы ваше мнение можете написать в комментариях. Будет любопытно почитать, есть ли у вас другое мнение. Аргументируйте, почему. Мы попробуем разобрать ваши ответы в последующих интервью. Мы еще к атакам по непосредственно России перейдем чуть-чуть позже. Сейчас хотелось бы еще о Крыме поговорить. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вооруженные силы скоро будут в Крыму уже. И существует тезис, что якобы сейчас освобождение полуострова, оно даже более реальное, чем, например, вот прям скорое освобождение, например, того же Донецка или Луганска. То есть вероятность просто сделать так, чтобы оккупанты ушли с Крыма, оно действительно, то есть эту операцию провернуть легче, чем, например, освободить такие мегаполисы, как Донецк и Луганск. Как вы считаете? Я тоже поддерживаюсь такого же мнения. Я считаю, что это гораздо проще сделать, потому что на территории Донецка и Луганска действительно ведутся военные действия, действительно открыт фронт, и действительно оккупанты именно где-то очень сильно укрепились, где-то заминировали большую часть территорий, и поэтому ведутся там тяжелые бои. Я считаю, что Крым, он менее защищен, и поэтому, в принципе, даже диверсионными различными действиями можно будет более, скажем так, быстрее заставить россиян и российских оккупантов покинуть Крымский полуостров. Диверсионно, это мы имеем в виду что там? Подрыв складов, например, да, мостов тех же самых. Для наших зрителей объясните, пожалуйста. Складов, мостов, где-то каких-то административных центров внутри Крыма, именно которые оккупировали именно россияне, того же где-то уничтожение каких-то именно лиц, которые, скажем так, стоят у власти именно в Крыму от России. Это тоже диверсионные различные действия. Это то, что называется диверсионными действиями. Если говорить еще о прервании вот этих цепочек поставок через Крымский мост, через сухопутный коридор, мы постоянно говорим с нашими собеседниками, об этом говорит украинское правительство, украинские министерства обороны, о том, что без дальнобойных ракет, таких как типа там Атакамс, да, американские, будет очень сложно прервать вот эти цепочки поставок. Как вы считаете, можно ли обойтись без этих ракет? Или, грубо говоря, для того, чтобы деоккупировать полуостров, это прям обязательное условие? Это упрощает, скажем так, но это не обязательное условие. Я думаю, что возможно справиться и так, опять же, различными диверсионными миссиями, также ударами беспилотников, дронов. Это все возможно сделать. Ну, просто уничтожить, например, ту же переправу Керченскую, да, тот же Крымский мост, не хватило. Даже, да, да, мы понимаем, но вот мы не первую атаку уже видим, и даже когда была предыдущая, которая, кстати, недавно свою причастность официально подтвердила Служба безопасности Украины, когда взорвался грузовик, и в тот момент, когда еще и по мосту ехала цистерна с горючим, однако даже такого мощного взрыва не хватило для того, чтобы, ну, прям, как бы, скажем так, непоправимо нанести ущерб тому же Крымскому мосту, то есть его восстановили и опять идет вот эти поставки, то есть каким образом можно эту переправу уничтожить, кроме как, например, такими ракетами мощными, как, например, те же Атакамс? Ну, я думаю, что-то наша служба безопасности совместно с Главным управлением разведки что-то предпримет, и я думаю, не за горами будет подрыв полностью, что восстановить они это больше не смогут.
Еще по поводу прогнозов, кроме главы украинской разведки Буданова, новым прогнозом порадовал украинцев министр обороны Резников. Он спрогнозировал, что война закончится уже к следующему лету, а в июле 2024 года, после победы Украины над Россией, Украина как раз еще и в преддверии выборов в Соединенных Штатах. Мы понимаем, что это определенная тоже часть избирательной программы демократов, которые сейчас находятся при власти, что Украина станет членом Североатлантического альянса, станет членом НАТО. Как вы оцениваете перспективу завершения войны к лету следующего года, если вот брать, что все будет развиваться так, как сейчас, да? И действительно ли, если успеть это сделать до лета, то как раз еще и в преддверии выборов Украина может стать членом НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года? Ну, я, конечно, надеюсь, что мы победим гораздо раньше. Я этого хочу и думаю, что, может быть, получится это до конца года осуществить, победить и вытеснить врага с территории Украины. И я уверен после победы, что да, Украина войдет и в НАТО, и в дальнейшем войдет и в Евросоюз, и Украина будет только процветать и процветать. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину «Гордон Шоп» мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем, заходите в интернет-магазин «Гордон Шоп» и приобретайте там все, что хотите, начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты «Гордон» в шоколаде, птичье молоко, а еще там есть яйца «Гордона» в шоколаде в золотой пирамиде, а еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине «Гордон Шоп», скучно вам точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Ну, Денис, вы говорите до конца года, да? Что для этого? Вот назовите несколько факторов, которые, ну, должны благотворно на это повлиять. Что сейчас необходимо, например, для того, чтобы была возможность закончить войну украинской победой до конца года? Ну, опять же, поставки тех же F-16, которые нам обещают. Я надеюсь, что наконец-таки их все-таки поставят на территорию Украины. Это очень существенно поможет, во-первых, и победе Украины, и к защите неба, также от и авиации противника, и от атак всевозможных воздушных. Поэтому я думаю, что в первую очередь нам должны поставить самолеты, а также продолжать поставки и танков, и бронетехники, и поставить еще больше систем ПВО. Потому что тоже Украина в них нуждается. Мы это видим, постоянные террористические обстрелы то Днепра, то Одессы не прекращаются. Да, конечно, система противовоздушной обороны сейчас это вопрос, ну, один из главных, это точно. Действительно, варварские атаки продолжаются каждый день. И вот, кстати, в контексте поставок тех же систем ПВО, вот Киев неоднократно обращался к правительству Израиля по поводу поставок систем ПВО. И вот по заказу посольства Украины в Израиле даже было проведено исследование, которое показало, что 3/4 израильтян поддерживают поставки противовоздушных систем для Украины. 76%, если быть точным. Неоднократно, да, обращались уже за помощью, но пока что Израиль военную помощь Украине никакую не предоставил, только гуманитарные, да, принимает наших военных на реабилитацию, помог построить, если не ошибаюсь, госпиталь там в Украине. Как вы считаете, почему Израиль до сих пор еще окончательно, ну, можно так сказать, он сторону-то принял однозначно, но почему не переходят к поставкам военного, ну, военной помощи? Можете объяснить? Например, в контексте систем ПВО. Я тоже каждый раз надеюсь, что вот-вот будут поставки не только даже систем ПВО, но и поставки вооружения, потому что, в принципе, Израиль, да, он уже, скажем так, когда раньше он держал больше нейтралитет, сейчас он более лоялен, скажем так, и принял сторону Украины, что пора было ему это сделать еще с самых первых дней войны. Я как бы
Сказать, почему до сих пор нет поставок, я затрудняюсь, как бы я не могу сказать, в чем причина, но, опять же, я надеюсь, что с каждым днем, что Израиль поставит какие-то системы хотя бы против воздушной обороны, потому что украинский народ в этом нуждается, и нуждаются в первую очередь мирные жители, которые страдают действительно каждую ночь, спят неспокойно и должны бегать то по паркингам, то в бомбоубежище с детьми маленькими. Это ненормально, и поэтому просто весь мир, и Израиль в том числе, должен видеть это, задуматься и спасти, во-первых, жизни людей. И это возможно сделать. Поэтому я считаю, что поставки систем противовоздушной обороны должны, как бы, Израиль поставить еще был вчера. А вот вы сказали, что не только ПВО, да, может предложить Украине Израиль, то есть, а вот вы как человек, который явно разбираетесь, что такого есть еще у Израиля, что вот очень бы помогло силам обороны для войны с оккупантами в Украине? Ну, в Израиле много, во-первых, различных систем и артиллерийских, есть различные пушки. Скажем так, в Израиле постоянно выходит какое-то новое артиллерийское, скажем так, военное оборудование. Сейчас вышла новая пушка, поэтому более старые, я считаю, Израиль мог бы передавать, потому что это тоже необходимо для борьбы с врагом. Также что-то там обещали на передачу танков Меркава, пока что-то с этим опять же затихло, я не слышал, что была какая-то именно передача танков, поэтому есть много бронетехники, бронемашин, хотя бы даже различных, есть израильский джип Суфа, бронеджипов, которые наши ребята нуждаются даже просто в транспорте бронированном для передвижения по фронту, по боевой территории. Да, друзья, абсолютно согласен. Вы свое, кстати, свой призыв, свое обращение к тем же израильтянам, чтобы они сильнее поддерживали народ Украины и просили свое правительство предоставить Украине военную помощь, напишите в комментариях. Нас смотрят в Израиле, друзья, обращаемся к вам также. Давайте вернемся к теме атак по России. Действительно, они стали, ну, не хочу говорить слово будничными, но они так участились, что как-то перестали даже вызывать уже такой вот вау-эффект, как вызывали раньше, да, то есть за последние дни только громко было в Москве, в Таганроге, в Самаре. Про атаку последнюю этой ночью мы сейчас поговорим отдельно, но в целом, что за динамика, да, о чем может свидетельствовать вот эта динамика, что атак стало действительно гораздо больше геометрической прогрессии? Ну, скажем так, это очень хорошо, что атак стало больше, но я считаю, что до сих пор недостаточно атак. И, скажем так, как бы это ни звучало жестоко с моей стороны, но до сих пор нет, скажем так, жертв среди мирного населения в Москве. Если бы начинали быть жертвы среди, скажем, вот даже после последней вот этой атаки по Мост-Сити, если были бы мирные жертвы, то атака воспринялась бы по-другому. Поэтому я считаю, что да, атаки должны быть более чаще, и да, должны быть жертвы. Мы находимся в войне, и мы воюем с врагом. И поэтому они убивают украинский народ, наш народ, и война – это война. Мы должны уничтожать врага и все, что связано с этим врагом. Вот сразу вспоминается интервью и того же Кирилла Буданова, который говорил, что будут уничтожать, Украина будет уничтожать своих врагов на территории любых государств, где бы они ни находились. Вспоминается интервью главнокомандующего вооруженных сил Залужного, который сказал о том, что Украина не будет ни у кого спрашивать, прежде чем наносить удары по России оружием собственного производства. То есть, окей, не разрешаете нам западным вооружением, мы будем наносить собственного производства оружием, потому что
если Запад до сих пор боится, что Путин, например, применит ядерное оружие, то детям, которые, украинским детям, которые умирают от российских ракет, им все равно, что там завтра будет делать Путин. Сейчас нужно каким-то образом решать проблему. Однозначно с вами согласен. Но пока что действительно видим атаки по конкретные, точечные, по каким-то образом аффилированным к Министерству обороны России объектам. Вот этой ночью, да, вот тот случай, который вы вспомнили, долетели до российской столицы дроны, попали в самый центр, в Москоу-Сити. Там, как пишут российские СМИ, в одном из офисов располагался офис цифрового развития оккупантов. До этого беспилотники атаковали здание рядом с Министерством обороны России. Более того, как писали СМИ, попали в здание, где располагался штаб хакерской группировки российского главного разведывательного управления. Опять-таки, о чем может свидетельствовать? Получается, у нашей разведки есть, ну, грубо говоря, есть вся информация о том, где располагаются вот эти вот пункты принятия решений, и выбрана вот такая стратегия бить именно по ним. Действительно, вот насколько реально выяснить, где вообще находятся вот эти вот главные точки, по которым нужно ударять, вот если говорить с точки зрения разведки? Ну, во-первых, у украинской разведки, да, действительно, есть очень много данных, где находятся различные информационные центры управления и многое другое, потому что очень много информаторов работают на украинскую разведку. Есть очень много задействовано, скажем так, людей, и подкупается очень большое количество, скажем так, даже россиян. Очень много продажных среди них, и благодаря этому Украина владеет, украинская разведка владеет информацией практически о всех местах, скажем так, где что находится и где кто находится. Поэтому я думаю, что и российским правителям тоже начинает стоить бояться за свои жизни, потому что украинская разведка найдет, я думаю, всех и каждого, кто был причастен к этому горю, к этой войне. Главное управление разведки и Кирилл Буданов заявили, что в Украине создавать аналог того же израильского там, ну, Моссада в контексте наказания военных преступников не нужно. Говорят, мол, пока что главное управление разведки, и так с этим справляется. То есть создавать отдельное подразделение не нужно, мы справляемся своими силами. Такая цитата была. Дайте, пожалуйста, оценку. Действительно, как оцените вот эти вот старания наших спецслужб по ликвидации военных преступников? И увидим ли мы в каком-то обозримом будущем увеличение количества ликвидированных? Я думаю, что, конечно, увидим большое количество тех, кто был, скажем так, ответственен за все это горе. Я думаю, что и украинская разведка, и службы безопасности работают очень сильно в этом направлении. Просто это не настолько сильно афишируется. Но я думаю, что есть уже очень много плодов, очень много, скажем так, на данный момент собирается информации, очень много собирается данных. Где, кто, что, родственники, вся информация для начала собирается, ведется очень большой сбор информации, что это не менее важно, чем само действие. Действие будет в будущем. Все еще впереди, и все увидят. И первыми на своей шкуре прочувствуют это враги. Вы сказали, что в рядах оккупантов, ну и среди россиян есть много информаторов, которые работают на украинскую разведку. А насколько вам известно, есть ли такие информаторы в рядах непосредственно, например, Министерства обороны или какого-то там, ну, достаточно высокого эшелона военного руководства оккупантов? Я просто в этом уверен, что есть и в Министерстве обороны, есть и где-то и в личной охране, даже, может быть, скажем, если не того же Путина, но приближенных к Путину, и поэтому и только круг этот, он растет, круг он не уменьшается, круг информаторов, он с каждым днем, с каждым часом он растет и набирает обороты, этот клубок становится все больше, данных становится все больше, на удочку попадаются все больше и больше тех же информаторов, и поэтому вся еще, скажем так, все действие еще впереди, но работа проводится. И опять же, это огромное большое спасибо, это как и СБУ, так и ГУРУ, и Сбройным силам Украины.
Да, однозначно. Спасибо всем нашим силам обороны, которые приближают победу Украины. Завершая вот этот блок, хотелось бы еще одну цитату Валерия Залужного привести. Он в интервью Washington Post недавно сказал, что, зацитирую, «Враг очень умен, очень коварен, он до сих пор сильный, поэтому его следует уважать и искать способы его убить, потому что это единственный способ, чтобы победить». Денис, хотелось бы, чтобы вы своим мнением поделились вот по двум пунктам. Да, уважение к врагу и действительно ли убить врага. Ну, то есть мы говорим сейчас, это как военно-политическое руководство Российской Федерации, это единственный способ победить. Ну, во-первых, я уже в одном из интервью где-то говорил, я врага не уважаю. У меня нет уважения к этим людям, которые пришли, скажем так, с мечом на чужую землю и залезли в чужой дом. Я не могу уважать грабителя, который залезет ко мне в квартиру. Неважно, насколько он будет профессионален, насколько он будет, я не знаю, честен, насколько он залез ко мне в дом. Уважения к нему у меня никогда не будет. У меня будет только ненависть и только то, чтобы уничтожить этого врага. Поэтому я за полное уничтожение врага, и никакого уважения они не достойны. Они достойны только презрения. Это чего они достойны, вот и все. И я считаю, что врага надо уничтожать, и это то, что на данный момент делают наши ребята, и делают это профессионально, делают это качественно, вытесняют врага, уничтожают врага. И это будет и в дальнейшем, как я уже сказал, даже после победы Украины никто не останется безнаказанным, те, кто были причастны к горю украинского народа. Вы вот еще говорили, да, о том, что, возможно, отрезвит россиян, если во время ответных атак по России будут жертвы среди там гражданских. Я вот, кстати, здесь любопытную статистику нашел, что по проведенному исследованию, который провел Украинский фонд «Демократические инициативы», это компания, которая занималась в том числе экзит-полами, то есть, ну, достаточно уважаемая компания, которая проводит социсследования. И вот по их данным 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну. А вы как думаете? Я не считаю ответственными всех россиян ответственными за войну, опять же, потому что у меня есть уважение тем россиянам, которые воюют на стороне Украины, к тому же Легиону Свободы России, которые борются, заходят на территорию врага и уничтожают врага. Поэтому сказать «все» — это где-то, скажем так, обидеть тех, которые воюют за нас, за нашу сторону, которые переходят всеми правдами и неправдами через различные границы, подвергаются гонениям в России, и они приходят сюда и воюют. Но основная часть, она, да, ответственна за то, что происходит на территории Украины. Ответственны даже те, кто просто своим молчанием или просто тем, что они сидят по домам и не делают ничего, или катаются по заграницам и просто, скажем так, ждуны такие, которые просто пережидают где-либо, чтобы закончилась война, а потом вернуться к себе в Россию, им абсолютно, как я уже говорил, им абсолютно наплевать на страдания украинского народа. И поэтому сострадания к этим людям у меня нет. И я считаю, что они, да, причастны к тому, что происходит на территории Украины, что происходит эта война. Спасибо вам за вашу позицию, за вашу работу, друзья. Пожелания всем защитникам наших сил обороны, лично Денису Десятнику, оставьте в комментариях под этим видео. Также не забудьте поставить лайк, отблагодарить нас за сегодняшнюю беседу и помочь большему количеству людей увидеть наш сегодняшний диалог. Также, друзья, обязательно полюбопытствуйте. Ссылка на благотворительный фонд Дениса Десятника вы найдете в описании. Присоединяйтесь к инициативе Дмитрия Гордона на сбор по беспилотникам. Ну и подписывайтесь на канала нашего медиасообщества. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона, для того, чтобы не пропускать в том числе новое интервью с Денисом Десятником, экс-командиром израильского спецназа, который сейчас защищает Украину и воюет против российских оккупантов. Денис, спасибо вам еще раз. Здоровья вам. Спасибо вам. Героям слава. Спасибо.